Здорово, народ! Какие дела? Я снова с вами, вернулся в Киев, отдохнул, чувствую себя замечательно. Желаю вам тоже провести прекрасное лето. В первую очередь хочу поздравить Лорен с ее победой на Евровидении, а также Россию с достойным вторым местом. А вот Украина вообще не продала. Гайтана, ее 15 место, это полное. Думаю, в следующий раз на Евровидении от Украины стоит послать вот этих ребяток. А ты кто такой? Давай до свидания. 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 Просто зашибенный новый рэп-баттл. Берем любую фразу, подставляем к ней: эй, ты кто такой? Давай до свидания. И получается новый отличный рэп-баттл. Эх, тебе манны каша. У нас есть мамаша, еще папаша. Что хочешь от меня ты, Наташа? Твой рейс, Дубай, до свидания. Твой рейс, Дубай, до свидания. Алла, ты кто такой? Давай, до свидания. Давай, иди, гуляй, до свидания. Вот так увидел этот ролик, и ходишь целый день напеваешь. Эй, ты кто такой? Давай, до свидания. Знаешь, мои слова почему повторяешь? Ты стал попугай, до свидания. Стал попугай, до свидания. Ты зачем мои слова повторяешь? Давай, до свидания. Агади, ты слушай, рисковать буду. Я с тобой сейчас толковать буду. На утро с тобой кайфовать буду. Иди ко мне, тебе целовать буду. Я целал, ты умай, до свидания. Я целал, ты умай, до свидания. Алла, давай, иди гуляй, до свидания. У нас с тобой не будет дружба. Пиши в Германии. Гитлер сделал, хай, до свидания. Гитлер сделал в Германии службу. Давай, до свидания. Ой, что-то меня понесло. Давай, до свидания. Случай тут у меня был с другом после просмотра этого видео. Приходит к нему шеф и задает какие-то вопросы. А он ему: начальника, эй, ты кто такой? Давай, до свидания. Ну и до свидания. А ты кто такой? Я Стас. Давай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ну, до свидания. Как провели время без меня? Вернячком зашибись, загорали на пляже. Топудово, видел видео, как вы загораете на пляже. О, кстати, коль о пляже пошла речь, видео по этому поводу для вас. Не труси, как твой объектив. А вы не выяснили, что это? А это мужчина одевает рубах. Ой, штаны в качестве рубахи. Не ржите вы там. Со столь сложной задачей мужчине просто самому не справиться. Ему на помощь приходит Тимуровец Андрей. Как думаете, какие ощущения ощущал мужчина, когда увидел ролик в сети? Я думаю, он был особо ошарашен. Вот когда я увидел бы себя в таком положении, я вообще со стула рухнул. Да, я думаю, вам тоже интересно спросить, какие у него были в этот момент эмоции, когда он видел ролик. И давайте у него спросим, что вы чувствовали, когда увидели ролик в сети? Это один раз выпить со всей страной, и тебя уже встречают, как космонавта в других странах не встречают. Я этот ролик увидел, ну вот, месяц назад где-то примерно. Мы хохотали с женой, ну,
три дня подряд, включая непрерывно этот ролик. Так что, ребят, не советую вам пить на пляже, иначе попадете ко мне передачу. Спасибо, ребята, что оценили мой прошлый выпуск про котов. Мне было очень приятно получать от вас сообщения. А следующее видео прислала Анастасия. Оно также про котов. А точнее, про кота. Ну, началось, говорят, обмазали валерьянкой, а вот женщины тоже трезвые не лезут на сцену. А может быть, коту просто нравится чухать себя в такой вид способа. И там хозяев каждый день происходят дома такие представления. И важно, под чем бы он ни был, валерьянка или дурман, трава, все равно он классный. Спасибо за просмотр, с вами был Плюс 2. Ставьте лайки, подписывайтесь на новое видео. Меня зовут Стас, до свидания. Вот это нормальный парень. Красавчик, да. Луч солнца в этом армянском царстве. Тренирам, тренирам, цел дан, не желим бити неспреман. Тренирам, цел дан, тренирам, тренирам, цел дан, не желим бити неспреман. Тренирам, цел дан, тренирам, тренирам.